Меня зовут Алексей Бобровский, мне 35 лет, играю на барабанах, ну, скажем так, более-менее серьезно, 10 лет. А по жизни я старший научный сотрудник химического факультета МГУ, это, соответственно, Москва, а причем доцент еще, да. Но имеется такое хобби – барабаны. Причем основная идея, которую я развиваю, это игра на барабанах, как на мелодическом сольном инструменте. Для этого у меня есть очень большая специальная установка. Естественно, я был впечатлен Таривозио для этого, чтобы начать. Вот. Но, тем не менее, с удовольствием поучаствовал в этом конкурсе.